В Тюмени на улице Дзержинского появится уникальная система навигации, подсветка и гастродвор. 18 апреля участок от Республики до Советской перекрыли для движения транспорта. Там начались работы по реконструкции. По плану сдать объект должны в 2023 году. Но подрядчик, тюменская компания «Региональные строительные технологии», намерен завершить работу уже к концу этого года. При переводе Дзержинского из проезжей в пешеходную применят технологию «Смарт-сити» или «Умный город». На Тюменском Арбате появится уникальная подсветка, гирлянды по всей длине, система навигации, которой до сих пор в Тюмени не было. Многоярусное озеленение, культурные памятники восстановят часть за счет бюджета, а некоторые при поддержке инвесторов. Они, в частности, вложат средства в создание гастродвора с открытой сценой. Он будет за Советской 20, и там же появится детская площадка.